Добрый вечер. В эфире интерактивное ток-шоу «Prime Time». Тема сегодняшней дискуссии не просто острая для молдавского общества. Она несет потенциальную угрозу любому политическому строю. И невзирая на известную истину, что история не имеет сослагательного наклонения, всегда найдется тот, кому будет выгодно ее переписать. Это, в свою очередь, побуждает к обвинениям в фальсификации, а с другой стороны, побуждает к действиям по восстановлению исторической справедливости. Почему история, как наука, в современной Молдове превратилась в жанр политической публицистики? Какой исторической правде сегодня в школах учат наших детей? И почему педагогическая интеллигенция принимает самое активное участие в политическом процессе по пересмотру истории нашей страны? Ну и в конце концов, к чему этот процесс может привести? На эти и другие вопросы сегодня мы попытаемся найти ответ с гостями прайм-тайма. В гостях у нас сегодня депутат парламента, глава организации «Молдова без нацизма» Инна Шупак. Добрый вечер, Инна. И доктор политических наук, глава Ассоциации историков и политологов про Молдову Сергей Назари. Добрый вам вечер. Первый вопрос к вам, Сергей Михайлович. История в Молдове уже не наука? Ну, история вообще-то наука, конечно, и в Молдове оно, наверное, тоже для некоторых наука, для некоторых не наука. Но, конечно, у нас в Молдавии пытаются через историю изменить ментальность и ментальный код молдавского народа, в первую очередь молодого поколения. Доказать молдаванам, что они не молдаване на самом деле, а румыны, что Молдавия — это не Молдавия, а это часть Румынии, Бессарабия — румынская земля, и в свое время она была оккупирована русскими, затем советскими войсками. И вот необходимо восстановить историческую справедливость, вернув Бессарабию в лоно родины матери Румынии. То есть вот этим целям служит сегодня официальная история, как наука. Но трудно назвать вот это наукой, потому что это не соответствует действительности. И этому же служит сегодня и учебный процесс. Преподавание истории в школе тоже служит цели, о которой я говорил, изменить ментальный код большинства молдаван и в будущем их же руками присоединить Республику Молдова к Румынии. О том, что происходит сегодня в образовательной системе, мы поговорим сегодня обязательно подробно, но чуть позже. Сергей Михайлович, и Инночка, не обижайтесь. Вот второй вопрос, просто встречный, исходя из того, что вы уже мне ответили. У нас сегодня историки поделены как бы по разные лагеря, но при этом апеллируют к архивным данным. У нас что, какие-то... А выводы в мемуарах, в трудах получаются разные. На что историки молдавские какими-то разными архивами пользуются? Ну, опять-таки, архивы, конечно, бывают и разные архивы, но даже апеллируя к одним и тем же архивным данным, тоже иногда делаются разные выводы. Но вот возьмем, к примеру, историю 18-го года, да? Это известное время, когда после революции здесь происходили серьезные перемены, но они были прерваны румынской интервенцией, а затем аннексией Бессарабии Румынии. Естественно, что много архивных материалов на эту тему. Но когда исследователь хочет доказать то, о чем я говорил до этого, что Бессарабия — румынская земля, он игнорирует много, во-первых, донесения румынских властей, оккупационных властей в Бухарест о настроениях молдаван. Они это игнорируют, потому что в этих же документах, если объективно их изучать, то мы увидим, что молдаване считали всегда себя молдаванами, румынскую власть оккупационной. Также игнорируется румынская пресса, которая писала о положении в Бессарабии в межвоенный период. Также игнорируются воспоминания как румынских официальных деятелей, министров, премьер-министров, так и деятелей бессарабских, которые стояли у основы так называемого объединения Унири. И из всей массы архивов
Конечно, находятся некоторые высказывания некоторых деятелей в пользу объединения. И это преподносится как мнение всех. То есть игнорируется 99% реальных событий, реальных документов, и преподносится только та часть, которая подтверждает румынский тезис. Но архивы те же самые. То есть в архивах можно найти разные вещи, но историк не должен игнорировать одну или другую часть. Но если мы проводим объективное исследование архивных материалов, вот в частности, скажем, по событиям 18-40 года, то к иному выводу на основе этих архивных материалов, если объективно их исследовать, чем как к тому, что территория была оккупирована вопреки воле большинства населения, к другому выводу прийти невозможно. Возвращаясь к событию, которое произошло сегодня, Инна, вы приняли непосредственное участие в пикетировании официального офиса телеканала «Публика». Пусть этот телеканал не сочтет упоминание его за рекламу, и потребовали публичных извинений у телеканала. За что «Публика» должна извиняться? Ну, вы задали очень хороший такой интересный вопрос, предыдущий Сергею Михайловичу Назарею. А вот вроде бы архивные данные вроде бы одни, да, фонд, а кто-то интерпретирует по-разному. Так вот, это я к тому, вот с историей, которая случается периодически, раньше периодически, а сейчас постоянно и каждый вечер на этом телеканале. Значит, мы все живем в одной маленькой стране, все прекрасно знаем, вот есть у нас ряд историков, да, есть, которые себя гордо величают историками, хотя таковыми на самом деле не являются. И мы все прекрасно знаем, кто примерно какой точки зрения придерживается, кто является государственником, а кто является, значит, человеком, который проводит политику румынского унионизма. И вот получается так, что на постоянной основе, это уже вошло в привычку, телеканал «Публика ТВ» приглашает по поводу и без представителей только одной точки зрения. Вот я, пользуясь случаем, вот хотела бы вот уточнить у Сергея Михайловича, если он когда-то получал вот на вечерние передачи в прайм-тайм приглашение от «Публика ТВ», вот я, честно говоря, вот, ну, навскидку так не припоминаю. Ну, я получал приглашение, и неоднократно, по разным случаям, но в силу каких-то обстоятельств или занятости своей, или других обстоятельств, я не всегда принимал это приглашение. Я не хочу сказать, что они вообще меня никогда не приглашали. Ну, это было бы неправо. Есть там передачи, которые в будний день в течение дня идут, а вот вечерние передачи, вот как последняя передача, о которой идет речь, вот 7 ноября, да, тема «Коммунистическая революция между овациями и негативизмом», вот как-то так называлось. Инна, я вам скажу еще одну вещь вот в этом контексте. Иногда человек отказывается идти на ту или иную передачу в силу того, что у него нет соответствующей аудитории для дискуссии. То есть люди, которые должны ему оппонировать, некомпетентны. А дискуссию вести с людьми тенденциозными, дилетантами, людьми слабо подготовленными, человеку, который себя уважает в профессиональном плане, не стоит. Поэтому иногда люди отказываются идти вот на такие передачи. Но если в качестве оппонента серьезные люди, то я бы никогда бы не отказывался. Нет, я вас понимаю, потому что, вот, допустим, если бы мне вот госпожа Ольга, ведущая, например, сказала, вот давайте приходите, оппонентом будет некий Вячеслав Ставилы, то я честно признаюсь, что я бы не пришла и отказалась. Просто потому что, да, человек, который придерживается точки зрения, за которые, скажем так, такие люди являются нерукопожатными в европейском демократическом обществе, то вот, нет, вот я так. Я сейчас не буду называть фамилии, которых я уважаю, которых я не уважаю. Я просто вам ответил на вопрос, что иногда меня приглашают, но я отказываюсь принимать приглашение по тем причинам, что считаю, что не с кем дискутировать. Извините, Инна, я вас перебью, я просто не могу не сказать о том, что на сегодняшний эфир я приглашала в том числе и представителей нашего нынешнего Министерства просвещения. Практически дозвонилась не до самой госпожи министра, а до приемной. Когда я получила, мне повезло, да, но я получила представление о том, как там все строится, какие процессы происходят. Когда я
поняла, что госпожа министр не будет общаться с прессой, я дозвонилась практически до всех вице-министров госпожи Санду. И особое удовольствие в кавычках получила от общения с вице-министром Игорем Гроссу, который непосредственно отвечает у нас за процесс оптимизации. И вы знаете, у меня как у журналиста сложилось ощущение, что есть такая разнарядка, может быть она письменная, но скорее всего не письменная, ограничить любое общение с прессой. У меня сложилось впечатление, что я общалась с чиновником не из Минпросвещения, а из какого-то другого министерства, существующего в народе. Ну, извините, Инна, я вас перебила. Ну, возвращаюсь... Было интересно, потому что интересно и мнение, и средств массовой информации, как себя с ними ведут те, которые, когда приходят в парламент, конечно, стараются быть более-менее такими европейцами и толерантными. Да, площадка прайм-тайма открыта для представителей власти. Никто им не запрещает высказывать свое мнение. Ну, а выбор уже за ними. Вот, площадка телеканала Публика ТВ, если говорить в этом контексте, она не является открытой для всех тех, кому было бы что сказать по заявленной теме. Вот я признаюсь честно, вот вечером 7 ноября, то есть, конечно, для меня, как коммуниста, да, это праздник, вот праздничный вечер, переключая телеканалы, и мой взор остановился на том, что я вот увидела вот этого персонажа, о котором чуть ранее говорила, Вячеслав Ставилы. Почему я его сразу же узнала и поняла, что-то тут не то, потому что он находится на телеканале Публика ТВ, и решила послушать, что же, да вдруг он там за год последний, что вот я не слышала его публичных выступлений, может, он что-то поменял в своих мировоззрениях, в своем отношении к истории и так далее. Дело в том, что ровно почти год назад, в июле прошлого года, я участвовала из передач на Публика ТВ, где одним из оппонентов был господин Ставила, который тогда во всеуслышание публично посмел отрицать Холокост. То есть он заявил, буквально говорю цитату, что на руках Антонеску нет ни капли еврейской крови, и что, собственно говоря, такие историки, как Сергей Назарея, Петр Шорников и многие другие, которые говорят о том, что их было от 300 до 500 тысяч на оккупированных Румынией территориях Буковины, Транснистрии и Бессарабии. То есть все это абсолютно неправда, это коммунистическая пропаганда. А если кого-то убивали, то их где-то количество около 20 тысяч человек, и то и они были убиты не румынами, а немецкой армией. Я тоже смотрела этот эфир, очень хорошо его помню. Господин Ставила откровенно вам затыкал рот, давайте называть вещи своими именами, и очень бил себя в грудь и называл, я говорила себе, так, я историк. То есть уже тот факт, что он историк, ну, наверное, должен нам придавать, ну, не знаю, уважение к этому. Вот в этом контексте, Инна, о чем вы говорили, по поводу того, что несет ответственность клика Антонеску за истребление еврейского, и не только еврейского населения или нет, хочу вам ответить, что официально в 2004 году румынское государство признало эту ответственность, и даже признала ответственность за цифру 380 тысяч человек, истребленных именно румынскими властями. Но эту ответственность румынское государство признало и ранее. Еще в 1946 году был организован процесс над Антонеску и его сподвижниками, где также была признана ответственность официальная румынского, тогдашнего, конечно, фашистского румынского государства за истребление евреев. Естественно, ни нынешнее поколение румын, ни послевоенное поколение румын не могут нести ответственности за преступления тех людей. Это понятно. Более того, я хочу вам сказать, что подавляющее большинство, собственно, румынского населения не поддерживало эту политику, есть этому серьезные доказательства. И, в общем-то, многие люди вообще даже не подозревали о том, что это происходило. И когда многие узнали, они ужаснулись этому. И среди румын было немало людей, которые спасали евреев, как вообще-то и среди других народов. Ну, среди молдавского народа, да, тоже. И так вот, заканчивая по поводу гражданина Ставила, то есть я тогда была в полной уверенности, в принципе, что
телеканал «Публика ТВ» ведет какой-то список, да, черный список людей, которые проставляются на эфирах своими какими-то экстремистскими, ксенофобскими выходками, ну, и больше приглашать его не будет. И тут вот 7 ноября 2013 года. Понятно, что руководство телеканала в виде гражданина Улинича Плохотника дало определенные указания, что должна быть эта тема, и ее нужно интерпретировать так, как необходимо, что коммунисты – это зло, что 17-й год – это величайшее зло, а все, что вот освободителями были румыны, да, советская власть, она только принесла одни беды и несчастья нашей молдавской земле. Но вопрос в том, что ведь есть достаточно историков, которые согласились бы за определенную, скажем так, мзду прийти в студию «Публика ТВ» и вечером высказать то, что им скажут. Почему администрация «Публика ТВ», изначально зная точку зрения Ставилы на такой щепетильный вопрос, щепетильный причем для, не только для молдавского общества, для европейского общества, да, где очень внимательно относятся к тому, что недопустимо отрицать факт Холокоста. Почему они пригласили именно Ставилу? Они знали, что он это скажет. Значит, им, я делаю вывод, им это нужно было. И все-таки в чем заключались ваши требования к руководству телеканала? Мы, во-первых, исходили из того, что мы достаточно часто ограничивались только, да, какими-то, то ли акция протеста, или какая-то декларация, но каких-то конкретных действий не поступало. Я вот, кстати, мне вот хороший пример, вот это как раз Сергей Михайлович Назария и его ассоциация, которая уже не первый год ведет юридическую борьбу в судебных инстанциях против Министерства образования. Я, кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что, насколько я знаю, вот в нашей теме фальсификации истории, исторического ревизионизма, то есть Сергей Михайлович и его организация, вот те люди, с которыми он работает, вот они первые, кто сказали: так, нет, нам нужна декларация декларации, но нам нужно идти что-то делать. Хорошо, конкретно, Инна, да, подавать в суд. Вы не опасаетесь, что вас, в частности, как члена профильной парламентской комиссии, которая отвечает как раз у нас и за СМИ, в том числе, и за образование и культуру, обвинят в давлении на СМИ, на свободные СМИ? Как быть со свободой СМИ в этом случае? Ну, я приведу пример, который мне сегодня достаточно такой интересный рассказали, о том, как кто на кого давит и кто, значит, кто в конце за все ответит. Значит, 6 ноября меня пригласили на один из частных телеканалов на тему тоже фальсификации истории, учебники. Телеканал называется «Акчин ТВ». Значит, это авторская передача, мы вот побеседовали, и вот, как оказалось сегодня, мне сказали следующую вещь, что 7 ноября на следующий день некий гражданин по фамилии Рязану направил в КСТР жалобу на передачу, в котором участвовали, значит, гражданка Шупак и ведущий Корнелий Михалаки. И он потребовал не право на реплику, ему не нужно право на реплику, ему, значит, он потребовал, чтобы КСТР принял меры и принял определенные санкции против телекомпании «Акчен ТВ». Почему? Потому что, по ему мнению, значит, граждане Шупак и Михалаки 6 ноября они, значит, призывали к ненависти, почти физической, так вот в переводе звучит. Физическому истреблению кого, да, интересно? Да, он не уточнил, что мы использовали какой-то сельский вокабуляр, лимбаж, ну и прочие какие-то и что мы еще призывали, значит, выступать против закона избранной власти в лице правительства и парламента. И вот на основании этого он потребовал какие-то санкции к чему-то. Ну, видимо, человек из 19 века или... Нет, дело в том, что этот человек, он может из 19 века, но дело в том, что этот человек является по совместительству, мы на этой передаче обсуждали вот учебник по истории, значит, который был издан в типографии, руководителем которой является этот Рязанов. Гина, он вот, не вышел. Собственно Гина, говоря, поэтому этот он человек это не вышел из шинели Антонеску еще. Он пока не снял ее, понимаете? Поэтому простим его. Хорошо, к вам из руководства телеканала сегодня никто не вышел, насколько мне известно. Вы рассчитывали на то, что телеканал принесет извинения? Ну, мы в... Извинения просто... вообще за что? В чем обвинения? В пропаганде, антисемитизма, фашизма, национальной розни?
Значит, мы потратили определенное время с активистами молодого бизнесизма, мы зафиксировали в текстовом варианте все те высказывания, которые более часу звучали 7 ноября на этой славной передаче «Фабрика». Мы все это зафиксировали в этом письме, мы просмотрели законодательство Республики Молдова, как-то закон о телерадиовещании, закон о свободе выражения мнения, который, кстати, был принят единогласно коалицией, закон о том же о равенстве шансов, потому что там много говорится о недискриминации, в том числе об антисемитизме, о межнациональной розни и так далее, закон о противодействии экстремизму 2003 года, и пришли вот к ряду констатаций. На основании этих констатаций мы требуем не принесения извинения, мы требуем, согласно статье 16 закона о телерадиовещании, право на реплику. Право на реплику означает, что значит, в течение 15 дней данная телерадиокомпания, телекомпания «Публика ТВ», они должны нам ответить, предоставляют ли они нам эфир в то же время, в том же промежутке времени, такое же количество времени, чтобы люди с другой точки зрения имели возможность высказаться на данной передаче. И как я это вижу? Я это вижу, что, допустим, там будут такие компетентные истории, как, например, Сергей Назария, Петр Шорников и еще кто-то, да, представители, возможно. Сегодня, кстати, на пикете присутствовали представители руководства еврейской общины, которые сказали, они тоже будут подавать такие же требования с правом на реплики на имя «Публика ТВ». Значит, соответственно, у администрации, у явных и неявных хозяев «Публика ТВ» есть 15 дней для того, чтобы подумать, что они будут делать. Но я вам хочу сказать, что я вообще-то думала, что кто-то к нам выйдет. Или Олег Кристалл, руководитель там новостных передач, либо сам гражданин Берку, поставленный туда руководить. Потому что мне казалось, что они не захотят себя все-таки ассоциировать с явной политикой отрицания Холокоста. Ну, видимо, они пошли другим путем, но мы явно сказали и сегодня на пикете, и в нашем обращении. Если вы нам не отвечаете в течение 15 дней, то мы оставляем за собой право, и мы им воспользуемся, пусть они будут уверены в подаче искового заявления в судебную инстанцию. Точно так же, как в свое время Сергей Михайлович сделал это по отношению к содержанию ряда учебников и направил судиться теперь уже определенно долгое время с министерством. Уважаемые коллеги, у нас первый звонок по скайпу, мы не можем его проигнорировать. Нам звонит Олеся Заварская. Да, вы в эфире, слушаем ваш вопрос. Олеся, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Добрый вечер, Инна. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Я студентка Государственного университета, учусь на третьем курсе. И я, как многие мои сверстники, не собираюсь уезжать из страны. И, конечно же, меня волнуют те процессы, которые вот здесь происходят у нас в Молдове. И приходится в последнее время наблюдать тот факт, что наша нынешняя система образования построена так, что там практически отсутствует какое-то патриотическое воспитание. И в связи с этим у меня вопрос к Сергею Михайловичу, как к специалисту. Хотелось бы услышать ваше мнение о том, какая молодежь все-таки вырастет у нас в стране в очень недалеком будущем, если ей будут преподавать такую историю? И какое будущее ждет нашу Молдову с такой молодежью? Спасибо большое. Спасибо, Олеся, за вопрос. Ну, сложный вопрос, конечно. Так вот, односложно ответить на него я, наверное, не смогу. Но, естественно, что данная история, поэтому мы и подали в суд на министерство. И 18, между прочим, ноября в 10 часов в Буйуканском суде будет очередное заседание, поэтому мы вас туда приглашаем, если вам это интересно. Так вот, данная история, конечно, не воспитывает патриотов этой республики, этой страны. Она не воспитывает любовь к народу, который живет на этой стране, гордость за эту страну, за этот народ. Естественно, она воспитывает в лучшем случае апатридов, то есть людей без родины. Но в худшем случае она воспитывает патриотов соседнего государства. Естественно, что может вырасти из этих людей? Апатриды, враги, диверсанты по отношению к собственной стране, к собственному народу, к памяти своих предков.
И естественно, что на фоне того социально-экономического беспредела и деградации, на фоне попрания законодательства, законности постоянно в нашей республике за последние годы, естественно, что у этих людей не может вырасти уважение к собственной стране. В этом плане эти молодые люди, которые заканчивают школу, затем вуз, стремятся уехать из этой страны. Поэтому мы рискуем с такой историей, с такой политикой, которую мы имеем сегодня, не то что не иметь, не то что иметь плохую молодежь, мы просто рискуем и к этому идем, что вообще не иметь молодежи, понимаете, в этой стране. Люди просто будут уезжать. Вот я бы так бы ответил на этот вопрос. По существующему законодательству разжигание межнациональной розни, оно наказуемо, вплоть до уголовной ответственности. Инна, у меня к вам вопрос. Обладаете ли вы статистикой за последние 4,5 года кто-нибудь по этой статье за разжигание национальной розни среди СМИ, может быть, юридических, общественных организаций, кто-то был наказан, оштрафован? Да. Был. И вы удивитесь, кто это. Значит, это моя коллега. Ее зовут Елена Боднаренко. Она является примаром города Сорок. Значит, и вот это есть, по крайней мере, единственный, да, известный мне пример, когда, значит, сила закона, значит, обязательно, в обязательном порядке она вступила в силу и была применена по отношению к Елене Владимировне. Почему? Да потому что 18 марта, в очередную годовщину освобождения города Сороки от фашизма, значит, на личные средства в городе, в центре города Сороки был установлен баннер, где жители поздравлялись, там четко было написано, с освобождением против, с освобождением города от румынско-немецких фашистских захватчиков. И там внизу был символ свастики, которая улетает в пропасть, и разорванная цепь. То есть, естественно, что сама композиция, она предполагала, что свастика там используется, естественно, в негативном смысле. Через пару дней приходят представители прокуратуры, говорят: извините, у нас вот есть закон о противодействии экстремизму 2003 года, который, кстати, по-моему, и госпожа Бондаренко тоже за него в свое время, будучи депутатом, Инна, голосовала. Вы сейчас говорите о том, что примара города Сорок обвинили в пропаганде фашизма? Разжигание межнациональной розни. Значит, я специально вот несколько раз уточняла Елену Владимировну, потому что мне было, мягко говоря, как-то странно вот слышать о такой парадоксальной ситуации, да? Когда с одной стороны мы все помним некого гражданина бельского географа, да, который до сих пор не понес какого-либо наказание за все эти гадости, которым в течение 20 минут говорила своим студентам. Да? Mm-hmm. Его даже не уволили, а ему позволили самому написать заявление об уходе. Где-то он в неплохом месте работает. Мы все помним, что он зарабатывал неплохие деньги на выборах в румынский парламент. И был даже представителем одного из румынских кандидатов в Бельцах. Так вот, ему это ничего. Все нормально, все сошло с рук. А Елену Боднаренко приглашали несколько раз, и она мне рассказала, она говорит: я дипломатично им объяснила, посмотрите, пожалуйста, проанализируйте всю композицию этого баннера, да, не говоря уже о том, что вы, ну, не забывайте, что я коммунист, да, член партии коммунистов, да, с многолетним стажем. Абсурдная ситуация, очевидно. Но, тем не менее, ей это дело пришили, да, что правда, не дошло дело до того, чтобы она заплатила штраф, но только по той простой причине, что прокуратура просто пропустила соответствующие сроки. А так ей дали административное правонарушение за разжигание межнациональной войны. То есть, с одной стороны, извините, у нас получается, что пропаганда фашизма запрещена по закону, и одновременно пропаганда фашизма как бы запрещена. И получается, что у нас такое избирательное право. Ну, вот этот пример, он, конечно, из области абсурда. Просто нам его не следует даже комментировать. Приводить его нужно, но в качестве примера полного абсурда. Комментировать здесь... Да, тут не надо комментировать. Вот, но вот пример с Кравченко, он очень показателен, и не только с Кравченко. Значит, у нас преследуются антифашисты, интернационалисты и патриоты своей страны,
и поддерживаются официальными властями, в том числе и судебными властями, люди, которые выступают за ликвидацию этого государства и откровенные ксенофобы. Пример Кравченко – лучший пример. Более того, было судебное заседание, его просто оправдали за неимением состава преступления. Другой пример. Значит, два молодых человека подали в суд на историков-ксенофобов, которых, в книгах которых есть такие вопиющие примеры разжигания национальной розни, оскорбления, пропаганды нацизма, как, например, евреев обвиняют в том, что они являются главными эксплуататорами румынского крестьянства, что они высасывают соки из румынского крестьянства. То есть это точно как по Майн Кампф, по Гитлеру. Другой пример. В книжке написано, что эти евреи, поляки, эти мерзавцы, евреи, греки, поляки и армяне изгадили Кишинев, загрязнили Кишинев своим присутствием. И много-много других подобного рода вещей, когда национальные меньшинства представлены как враги, как все окружающие румын народы представлены как враги, но все наши судебные инстанции не увидели в этом, а также прокуратура, какой-либо пример разжигания национальной розни. И нынешние учебники вообще-то по истории румын являются примером откровенной ксенофобской пропаганды. Поэтому мы, наши ассоциации, подали в суд на министерство. Наши зрители, я вот добавлю, я вспомнила еще один случай, который тоже не стоит, я с вами соглашусь, Сергей Михайлович, комментировать, но тем не менее он имеет место быть из рамок этих абсурда. Я имею в виду Игоря Тулянцева, руководителя Лиги русской молодежи, который всем известно, вот сейчас его таскают по судебным инстанциям, тоже как раз-то, будучи обвиненным в разжигании межнациональной розни, только за то, что они видели... Да. Тоже за баннер, потому что они видели 9 мая проводят свои... Прежде чем я перейду к вопросу конкретно о сути и учебников, да, нынешних учебников по истории, мы выслушаем сейчас вопрос нашего зрителя. Валерий Иванович, вы в эфире, слушаем ваш вопрос. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вопрос к господину Назаре. Значит, вот когда начинался весь этот процесс с преподаванием истории еще... Валерий, пожалуйста, прямую трансляцию, эфир программы, говорите просто в скайп. Потому что у нас получается испорченный телефон. Мы вас не очень хорошо слышим. Куда говорить? Вот, сейчас уже все замечательно. Задавайте свой вопрос еще раз. Валерий Иванович, слушаем ваш вопрос. Значит, вот господину Назаре вопрос. Да. Задавайте свой вопрос. Когда Валерий начиналось преподавание этой истории, когда это всплыло название... История румын. В этом вопрос, да, Валерий Иванович? Да, спасибо вам большое. Приказом министра образования в 90-м году был введен этот предмет. Этот предмет был введен и у нас, и параллельно в Румынии. Но в конце 90-х годов румыны отказались как от ошибочного, от этого предмета. И румыны перешли, как и во всех нормальных странах, преподаванию истории Румынии, то есть истории своей страны. Но так как Румыния в конце 90-х уже стремилась в ЕС, а в 2007-м она стала членом ЕС, в Румынии уже в конце 90-х годов стали переходить на европейскую систему преподавания истории, когда национальная история преподается как составная часть всеобщей истории. И в этом смысле созданы в Румынии учебники, так называемый интегрированный курс истории, национальной истории, интегрированная во всеобщую историю. И также в Румынии, как и в других европейских странах, не преподается история только с одной единственной позиции, как у нас. Раньше было слово Божье и краткий курс ВКПБ единственно верными, сейчас история румын у нас единственная научная. Так вот, в Румынии преподносят детям историю в школе
с разных позиций. То есть на столе у детей есть разные источники. Ну и как минимум два учебника, написанные на основе двух разных концепций, или, по крайней мере, чем-то отличающиеся друг от друга. Вот. Поэтому, в общем-то, история румын в Румынии признана как ошибочная, как националистическая. А как получилось? Я вот, кстати, прошу прощения, специально вот взяла для того, чтобы было понятно, да, вот свежие примеры, да, называется «На дети 10 отличий». Самые последние учебники по истории для 12 класса, аналоги. Молдавский, история румын, да, и всеобщая история. Румын, да, будучи в Ясах, я вот приобрела. Все они называются, вот как правильно сказал Сергей Михайлович, история. И начиная с 1 по 12 класс. То есть, как бы, получается, мы больше румына, чем сами. Скажите, а как у нас получилось так, что в 2011 году были, по-моему, запрещены, да, к использованию учебники по истории, которые были введены при прежней власти, да, Инна, вы... знаете всю эту историю? Чьим приказом? Министерство просвещения, всего кабинета министров. Кто поставил подпись под запрет? Да, мы как раз вот с Сергеем Михайловичем до начала передачи обсуждали. Вот периодически, как минимум раз в год, я пишу письма на имя министра образования. В прошлый раз это было на имя Шлефтицкого, а сейчас на имя Санду, чтобы они вот рассказали, как они видят концепцию преподавания истории. И, соответственно, дали список рекомендованных для преподавания учебников по истории с 1 по 12 классы. И вот на этой неделе от госпожи замминистра Анафрии вот пришел ответ, где вот впервые я увидела наконец-то документальное подтверждение, каким образом так получилось, что учебники, одним из авторов которых являлся Сергей Назарий, они оказались учебниками нон-грата. Меня, признаюсь, давно интересовал этот момент, тем более, что я слышала несколько примеров, Сергей Михайлович тоже о них знает. Вот на последней нашей конференции «Мира без нацизма» у нас присутствовал преподаватель из Бельцо, председатель общественной организации «Холокост» Инна Гартолум, которая рассказала свой конкретный пример, когда действительно есть, она сказала, мы не знаем, каким образом запрещен учебник Назарии, но нам нельзя им пользоваться. Но поскольку аналога другого не было, она им пользовалась. И надо же было, что когда она вела урок с учебником Сергея Назарии, заходит значит, какой-то там проверяющий из Министерства образования, и увидев учебник Назарии, ее вызвали к директору, и ей грозило взыскание. Сергей вот Михайлович, видите, так вы официально запрещенный у нас получается. А вот на этой неделе мне подтвердили, уже наконец-то они раскрыли скобки, каким образом это оказалось. Вот я вижу здесь два учебника, учебник за 9 и за 12 классы, авторы Сергей Назарий и Александр Роман. Эти два учебника, они были изъяты из процесса образования посредством приказа министра образования в декабре 2009 года. Но запятая написана, но которые еще иногда встречаются в некоторых школах. Но, видимо, то есть эта формулировка, она означает, что они делают все возможное, чтобы они не встречались. Хорошо, Инна, к вопросу, что сегодня, чему обучают сегодня наших детей в школе. Я знаю, что на одном из недавних публичных мероприятий вы представили детальный анализ учебника этого. И что обратило на себя внимание? Обратило на себя внимание тот факт, о котором вот говорил как уже историк и Сергей Михайлович Назария. Здесь абсолютно нет даже какой-то попытки, хоть какой-то период истории пытаться представить объективно. Все, практически каждая из этих глав этого учебника, она очень тенденциозна, даже если посмотреть по самим названиям. Но о чем говорить, если в одной главе, будь это внутренняя, будь это внешняя политика, будь это социальная политика, всегда идет Румынии и Республики Молдова. О чем это говорит? Это говорит о том, что, значит, в умах подрастающего поколения, подрастающих граждан Республики Молдова, у них должно вот все это быть в одном едином ареале Великой Румынии. Да, о чем говорить, если сам берешь учебники, ты видишь, что у тебя здесь флаг с дырой, да, вместо герба, вместо молдавского герба, и причем это в контурах Великой Румынии. Да. А здесь очень красивый, да, очень такой красивый герб Великой Румынии. То есть изначально концепция здесь однозначно и понятна. Весь этот учебник, он посвящен обоснованию со всех точек зрения, со всех возможных, доступных, одного несколько
значит, источников, значит, как правильно сказал сегодня Сергей Михайлович, их стараются муссировать, чтобы показать, что якобы все так думают. И вот они считают, что советский mm-hmm. режим, он был наихудшим периодом в истории вот для этой молдавско-румынской земли. А вот все те периоды, когда эта земля находилась под администрацией румынского государства, здесь было все хорошо, замечательно. Как сказал недавно, опять же, на этой передаче на Публика ТВ гражданин Анатол Царану, значит, жило здесь совсем, совершенно даже и неплохо. И вот самое такое интригующее дело, ну, как ни странно, ожидало меня лично, как и многих школьников, в конце. Потому что, вы знаете, можно там устраивать отдельные вот дебаты, вот что там происходило в Средневековье, вот там Штефан Челмария, вот как, на каком языке писал, говорит. Чтобы свидетелей этих событий уже нет. Да, поэтому... ну, когда можно еще поинтерпретировать. Но когда я дошла до страницы... Собственно говоря, из-за этой главы многие школьники мне пожаловались и принесли этот учебник, чтобы разобраться. Касался главы 7 апреля 2009 года. Это, я так поняла, что эта история обросла уже какими-то своими дополнительными историями, легендами и так далее. Но вот те зрители, которые нас сейчас смотрят, они вот, потому что если бы я не держала сейчас этот учебник у себя в руках и не видела бы, что здесь написано, то я бы, может быть, тоже бы подумала, ну, наверное, это какая-то коммунистическая пропаганда, что-то ПКРМ здесь придумывает. Нет, однозначно здесь написано, что, значит, 7 апреля правоохранительные органы, специальные какие-то силы правопорядкового правительства применили силу, они начали применять автоматы, дубинки, бить, стрелять молодых людей, и молодые люди истекали кровью. Значит, это, значит, я вот на второй день, когда вот прошла эта конференция, и все заголовки разных СМИ, в том числе ряда российских СМИ, вот, осветили данную констатацию факта граждан Кашу и Шарова, я увидела, что в одной из социальных сетей господин Кашу написал, что вот не надо там перевирать, что все это я придумываю, потому что на самом деле эта заметка, вот, что молодые люди истекали кровью, она была помещена в учебнике не в авторском тексте, а как источник, как свидетельство очевидца. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что очевидца зовут Николета Еризану, это дочка того вот гражданина Еризану, который, как я вам сказала, является директором типографии «Картиер», где был опечатан этот учебник, который 7 ноября подал иск в КСТР против Акчента и меня, что мы разжигаем, вы понимаете, вот такой вот замкнутый круг. Я вот заканчиваю, я просто хотела сказать, что о чем мы можем говорить и спорить там о средневековой истории, о древней истории, если события, все свидетелями которых мы все с вами являлись, с такой вот, с легкой подачи Министерства просвещения, госпожи Санду, которая подписала орден, да, о том, что нужно издавать этот учебник, граждан Кашу, Шарова и прочих, о том, что вот так вот фальсифицируется история. И мы являемся свидетелями этого. Живыми. Да. Живыми, слава богу. Сергей Михайлович, скажите, а вот у молдавских историков есть что-то вроде кодекса чести? Вот если фальсифицируются события, ну, очень свежие, всего лишь 4-летней давности, вот так легко. Ну, давайте я вам вопрос на отвечу на ваш вопрос тоже вопросом. А у молдавских журналистов есть кодекс чести? Вот так как у журналистов, так и у историков, понимаете? Вот журналистика, говорят, вторая древнейшая профессия, да? История, наверное, третья по счету древнейшая профессия. И среди историков тоже есть и честные, и порядочные люди, ну и есть и другого рода люди. Вот вы тут говорили о том, что некоторые наши историки говорили, заявляли в этой передаче, что при румынах жилось хорошо. Но я думаю, им и некоторым таким, как они, этим людям, и при советской власти жилось очень неплохо, и сегодня живется неплохо. И вы знаете, среди историков есть такие люди, как вот этот кот в фильме про, в мультике про попугая Кешу. Я вот сейчас вот не знаю, что это. Нас и здесь неплохо кормят. Нас и здесь неплохо кормят. Понимаете, вот их хорошо кормят, и им хорошо. Как получилось так, что политикам очень легко в Молдове перекормить историков? Почему, ну, почему только историков, а почему журналистов не? Разве не прикармливают? А это менталитет? А почему только как в Молдове? Не только в Молдове. Везде, во всем мире.
Сергей Михайлович, в одном из своих трудов вы написали, в одной своей работе, именно посвященной межвоенному периоду, вы написали, что базой к объединению Бессарабии и Румынии послужили 2-3% населения. Ну, примерно, да. А этот сегодня процент каков, как вы считаете? Мне сложно сказать. Ведь он увеличился или нет? Проводятся 2-3% опросы, помогли этому проводятся процессу опросы. Тогда. Угу. Ну вот, по опросам, где-то тоже в районе 4% концептуальные сторонники объединения с Румынией. Последний референдум на эту тему проводился, если я не ошибаюсь, в 1994 году. Ласфат Купопору тогда назывался он. И тоже 4% тогда высказались за объединение с Румынией. Ну, скажем так, вот концептуальных, наверное, сторонников объединения примерно 4%. Но еще несколько процентов, в принципе, готовы были бы объединиться при условии, что объединение даст им или их детям какие-то лучшие перспективы, или деньги, или улучшит их материальное положение. Но опять-таки, даже учитывая и этих людей, цифра сторонников объединения по-любому никогда не превышает 10% по любым опросам. Поэтому, наверное, по сравнению с 2017-2018 годом эта цифра несколько выросла, изменилась ситуация. Ну и вот учебники и официальная пропаганда массированно вдавливает это людям в голову. А также, как я уже говорил, неэффективность молдавского государства в лице нынешней власти тоже доказывает многим, что у них не будет перспектив, и им как-то куда-то надо себя девать. Поэтому, может быть, попробовать с румынами вместе. Есть и такие мысли у некоторых людей. Но даже тогда, вот в 2017-2018 году, вы знаете, кто выступал за объединение? Тогда не было концептуальных сторонников объединения. Объединение поддержали люди, исходя элита из социально-классовых, да никакая не политическая элита. Они не были политической элитой, они были самозванцами. И никого не представляли, абсолютно никого. Они сами себя назначили парламентом. Вот мы с вами и с нашими друзьями назначаем себя парламентом. Вот так это было, понимаете? Я не утрирую, это так было. Так вот, значит, тогда поддержали объединение не по национальным, не по политическим, не по каким-то идейным соображениям, а по социально-экономическим. Поддержали помещики, бывший царский бюрократический аппарат, часть священнослужителей, которые видели опасность утраты своей собственности и привилегий в результате социалистической пролетарской революции. Чтобы предотвратить утрату своих, своей собственности, денег и привилегий, они решили, мы лучше объединяемся с румынами. А этнически большинство из них не были молдаванами. Те люди, которые поддержали эти 2-3%, потому что помещики в большинстве своем были не молдаванами, а, или русифицированными молдаванами. Бюрократический аппарат был полностью русифицирован. Священнослужители тоже на русском языке вели службу. То есть не было какого-то национального стремления объединиться с Румынией. Тут исключительно социальные и, грубо говоря, шкурные интересы этих людей преобладали. К тому, о чем вы говорите. Если в случае с историками более-менее все понятно, да? Историки тоже люди, хотят и журналисты. Вы так не любите журналистов, да прям, Сергей Михайлович. Вас, я к вам хорошо отношусь. Если с историками все понятно, они тоже хотят кушать, как и журналисты, да. Ну, вообще-то журналистов я уважаю всех тех, кто честно отстаивают свою позицию, какая скажите, бы она ни была. Скажите, вот вы как историк, скажите, Инна, вы как депутат парламента, почему в этом процессе активную роль принимают именно педагогическая, вот именно педагогическая интеллигенция? Сейчас в лицейских классах совершенно обычная картинка. Вот заходишь, и там висит флаг, флаг или карта Великой Румынии. Это пропаганда унионизма? И как действовать в этом случае родителям, которые, допустим, не разделяют мнение конкретного преподавателя или директора учебного заведения? Вы знаете, вот я на ваш вопрос ответил бы так же.
следующим образом. Вот многие люди из высшей школы, которые ныне стоят на унионистских, румынистских, скажем так, позициях, буквально до недавнего времени, вот до последних мгновений советской власти, с пеной у рта защищали противоположную точку зрения, которую сегодня критикуют. Эти люди тогда были у кормушки, и у них принцип остаться в этой же кормушке. Правда, наполняет ее уже другие. Раньше наполнение шло из Москвы, сейчас как бы из Бухареста или, может быть, с Запада. Что касается простых учителей школьных, вы знаете, тут много причин, почему люди себя так ведут. Во-первых, значительная часть педагогического коллектива была выпистована уже в 90-е и в 2000-е годы. Люди были воспитаны уже вот на этих ценностях. Они просто-напросто неправильно обучены и вообще не знают соответствующей информации. Я работал долгие годы в пединституте. И, правда, только один год я там преподавал почти 10 лет новейшую историю зарубежных стран, но один год я вел, один семестр, вел семинар по бессарабскому вопросу. Один всего лишь год. И я рассказывал студентам некоторые вещи, элементарные, как будто бы, которым, когда мы первый раз слышим об этом. Хотя они до этого прослушали, собственно, курс, понимаете как, они должны были знать об этом. То есть люди просто не знают. Что касается тех учителей, которые уже со стажем, вы понимаете, сложилась определенная атмосфера. И они не хотят выглядеть белыми воронами, некоторые из них. Иначе они просто останутся без работы или их затравят. По крайней мере, в системе высшей школы, в системе академической вытравили всех, кто имеет другую точку зрения. Сейчас сложно работать в педагогическом коллективе, не имея румынии, или хотя бы не делая вид, что ты стоишь на румынистских позициях. Понимаете, не у каждого человека хватает мужества быть белой вороной. Инна, к вам вопрос. Может быть, он просто вдогонку к тому, о чем сказал сейчас Сергей Михайлович. Скажите, ну, ведь все-таки для активизации роста унионизма в обществе нужны какие-то предпосылки. Вот прежняя власть партии коммунистов была у власти 8 лет. И вроде бы видимых предпосылок не было в обществе к этому. Во всяком случае, эти вопросы не так активно муссировались в обществе. Что такого произошло, что этот вопрос, вопросы языка, молдавской идентичности, вопросы руманизации, рост пропаганды фашизма. Почему эти вопросы, Ольга, вот после 8 лет, 8 лет затишья, он возник вдруг, вспыхнул? Или мне кажется, что он вспыхнул? Значит, вот, а потом Инна уже ответит, как она считает нужным. Я вам скажу следующее, что все эти вопросы, о которых вы говорите, они привнесены извне молдавского. Они искусственные, вы хотите они сказать, что... Они привнесены исключительно извне, они их источник исключительно из-за прута. И те люди, которые проводят эту пропаганду здесь, воленс-ноленс, прямо или косвенно, находятся на службе соседнего государства. Понимаете, у них нет основы внутри общества. Вот все. Коммунистов очень часто завалило вопросами, обвиняют за то, что именно при коммунистах Румынии было позволено расширить вот эту сеть неправительственных, Ольга, организаций. Ольга, прекратите финансирование этих структур унионистских, и у нас не будет унионизма. Что упустили коммунисты? Дело в том, что упустили коммунисты. Да. Такое ощущение, что вот политика толерантности, она потерпела фиаско, и 7 апреля это показало. Значит, совершенно разная изначальная социально-экономическая база, которая досталась партии коммунистов в 2001 году, и с этим, я думаю, никто не поспорит, да? Как говорится, есть живые свидетели, да? Историки пытаются. Пытаются. Однозначно, он в понедельник там будет в Академии наук лекция господина Стурза, бывшего премьер-министра, он будет рассказывать, как он оставил, наверное, цветущую Молдавию, и как вот за 8 лет коммунисты ее разгромили. И какую социальную
социально-экономическую базу новой коалиции оставила партия коммунистов. Я это говорю к тому, что когда к 2001 году, то есть надо просто мыслить категориями руководителей, которые вот пришли и увидели, да, что сколько, практически 70%, да, люди не жили, а выживали и существовали. Первая задача это не о том, да, вот что, какие учебники. Я не говорю сейчас, это было правильно, неправильно, да. Я говорю, что нужно просто мыслить в категории того времени, да, и той конкретной социально-экономической ситуации, которая на тот момент получилась. Я сама в то время была студенткой. С 2001 года по 2006 год. Да, я училась на факультете истории международных отношений. Сейчас я с гордостью или не очень, но должна признать, что три моих преподавателя, включая декана тогда моего факультета, да, впоследствии стали членами комиссии ГИМПу. Да. Я прекрасно помню, по каким учебникам по истории училась и я. Так получилось, что период с 2000, и это нужно признать, и это как бы мы, естественно, имеем в виду, что с 2001 по 2006 год, несмотря на то, что мы, партия коммунистов, находилась у власти, но продолжали ученики, студенты, школьники, я в том числе, учиться по учебникам истории румын. И в 2006 году, после согласования, в том числе с Советом Европы, после одобрения экспертов, учебников и этой концепции европейской, да, какую сейчас преподают и в Румынии, да, начали выпускать учебники по интегрированной истории. Нам очень часто и много говорят о языке, о названии языка. Да? Все-таки да, мы выступаем, всегда выступали, будем выступать за молдавский язык, 13-я статья Конституции. Очень многие нам говорят, ну что же вы ничего не сделали вот, в учебных заведениях, в куррикулумах, в дипломах, которые выдавались, в том числе в 2004, 2005, 2006 году, назывался румынский язык. Но не везде. Не везде. Допустим, посмотрите в Камбарском госуниверситете, там что во время партии коммунистов, что, по крайней мере, ну, информация на прошлый год, там кафедра называлась кафедра молдавский язык. Ну, могли. В учебных заведениях в Бельцах, да, молдавский язык был. То есть здесь еще вопрос, наверное, более такой глобальный и кардинальный. А что вот гражданское общество, да? Что педагоги, что родители, что дети, что они думали тогда и почему они тогда вот сразу, да, вот если они считали, что это проблема 2001, 2002, 2003, почему они тогда не высказали, да? Потому что если бы они высказали, что это проблема, давайте ее решать, то естественно, что партия коммунистов, естественно, что принялось бы это делать. Только сегодня особо не высказываются. Да. Позвольте, я вас чуть-чуть поправлю. Значит, уже в 2001 году была поставлена задача реформирования исторического преподавания истории, исторического образования в Республике Молдова. Тогда уже началась работа. И если вы помните, в 2002 году была попытка ввести историю в Молдавии, неудачная попытка, несколько, конечно, прямолинейная. Но потом, уже в том же 2002 году, были установлены очень тесные связи с Советом Европы. Приезжали сюда многократно представители Совета Европы, эксперты Совета Европы, представители исторической и научной общественности европейской к нам в республику. Наши историки и преподаватели ездили туда, в Европу, на разного рода семинары, переподготовки и так далее. Поэтому работа началась сразу с 2001 года. Нет, да, я не спорю, что работа началась. Я имею в виду о фактическом результате. У нас буквально ничего осталось до завершения эфира. И последний мой вопрос, если можно, коротко. Кому выгодна фальсификация истории сегодня и кто спонсирует этот процесс в Молдове? Ну, вы... В принципе, мы уже ответили на этот вопрос. Вот понимаете? Зрители хотят уточнения. Кто именно? Ну, если пофамильно, назовите список, да, 20 миллионов погибших, назовите пофамильно. К чему это может привести, если этот процесс составит? Ну, хорошо, если пофамильно, давайте я вам скажу. Тем, кто хотят ликвидировать молдавскую государственность, пофамильно могу назвать. Это товарищи Басеску, это товарищи Гимпу, это товарищи Лянка, это товарищ Гимпу, Тимофти и так далее. Вот, скажем, списочек определенный. Я вам привел, но он в сотни раз длиннее. В сотни раз длиннее. Инна.
Кому выгодна фальсификация истории? Фальсификация истории выгодна тем, кто фактически короновал нынешний правящий альянс, правит здесь, в Республике Молдова. Это внешние партнеры, в первую очередь это правительство Румынии. Кстати, есть документальные подтверждения того, как правительство Румынии финансирует в том числе вот эти учебники, о которых мы сегодня из государственного бюджета посредством департамента румын отовсюду. Что с этим делать? Нужно решать вопрос системно. Уберем тех, кто находится у власти, значит, сможем думать о будущем и сможем, кстати, кстати, без боязни подойти к 2014 году, в котором будет проводиться перепись населения. А ваш вопрос сегодня звучал, чем это может грозить, если мы ничего не сделаем, то в 2014 году покажут, что 70% в Молдове живет румын. Ина, и не только учебники спонсируют, а все румыноязычные газеты и каналы телевизионные тоже румыны спонсируют. Привет, публика ТВ. Вот на этой ноте мы завершаем сегодня эфир. Уважаемые зрители, спасибо вам за активное участие в сегодняшнем прайм-тайме. И, конечно, хочется верить в то, что последнее слово должно быть все-таки за молдавским обществом, которое будет за объединение, а не разъединение, в первую очередь, внутри нашей маленькой, любимой всеми Молдовы. Ну все, оставайтесь на связи. Всего доброго.